Всем привет, друзья! Давненько у нас не было выпусков на канале. Ни про готовку, ни про путешествия. Ну, время такое. Трудно найти что-то интересное, что было бы нетривиально. Но приходит время, пришла осень, и у нас сегодня будет очень интересный контент. У нас будет отличный рецепт. Нетипичный, не российский, а скорее североамериканский, потому что у нас сейчас творится там Хэллоуин. Скоро День Благодарения, и поэтому мы сделаем с вами комбо. Комбо будет по тыкве. Тыква будет у нас фаршированная, точнее начиненная, сладкая, как называется, Sweet Stuffed Pumpkin, со всякими вкусняшками внутри. Для начала ее нужно помыть, вот мы помыли ее, почистить, вытащить все внутренности, оставить крышечку. И будем дальше начинять. Так что оставайтесь с нами. Дальше будут врезки по следующим шагам. Но это будет интересно. Я уже такую тыкву делал как-то. Очень классно получилось. С первого раза. Хороший рецепт. Не очень сложный. Ну и вообще это отличный десерт на прекрасный праздничный ужин. Поехали. Ну что? Значит, смотрите, какие наши ингредиенты. Мы вот открыли. Сейчас я это все почищу. Значит, ингредиентами у нас будет смесь орехов с сухофруктами и ягодами. Вот у нас типа две импровизированных будет чашки, примерно, но так с запасом взято. Коричневый сахар демерара тростниковый, яблочный сок, сливочное масло немного и приправы. Это мускатный орех, корица и гвоздика сушеная. Там можно положить коричневые палочки, но у меня нету, поэтому мы обойдемся молотым. Так что сейчас приступаем к чистке и дальше это все будем загружать. Вуаля! Значит, у нас есть чищенная тыква. Она у нас будет в емкости стоять. И есть наша смесь. Сейчас мы ее смешаем. Здесь получается еще... Орехи у меня в этот раз миндаль и фундук. Из ягод у меня здесь получается клюква, изюм и сушеные абрикосы, курага. Сейчас это мы все немножко смешаем, чтобы было. Наша плита готовится, разогревается до 180 градусов. Как только это все перемешается, запах, конечно, суперский, потому что у нас тут много очень специй. Я немножко переборщил с мускатным орехом, надеюсь, это не повредит. Вот, две полных чашки у нас идет, соответственно, ингредиентов и сахара. Ну, сахара положил немного, чтобы оно было не очень калорийное, потому что оно так и так калорийное. Примерно должно быть на одну такую тыкву где-то 420 калорий. Ну, конечно, не бургер большой, но тоже неплохо, неплохо. Вот, так что мы сейчас это все помещаем пока в нашу тыкву, а потом зальем все яблочным соком. Будет очень вкусно, я уверен. В тот раз было прямо отлично. Так, о, прямо как надо, по формочке. Так. Значит, смотрите, вот у нас получается так, тыква наполнена, ну, не целиком, но мы же сейчас еще соком добавим. Так, берем яблочный сок, 200 миллилитров почти. Отлично. У нас тыква чуть побольше, чем medium size, как они называют, ну, примерно. Сейчас еще немножечко тут перемешаем, и получится у нас. Оно же еще примет объем у нас, ягоды расправятся. Так что все будет нормально. Я думаю, что можно даже еще чуть-чуть яблочного сока добавить. Это будет для объема нормально. Чутка. Вот. Все. Сейчас мы это все перемешаем до конца. И потом в духовку. Так. Все. У нас готово. И тыкву мы закрываем. И ждем, пока разогреется плита. Ну вот, в общем, наша плита пропищала, что мы готовы положить туда все. Берем нашу тыкву
и помещаем, соответственно, в плиту. Так, на 180 градусов. На, соответственно, 2 часа, пока тыква не станет мягкой, как написано очень по-английски, fork tender. Так что ждем 2 часа. Так, наша тыква пока не дошла, но очень скоро она уже протыкается, но еще немножко осталось. Еще по плану минут 20, наверное. Итак, делаем так. Наша тыква готова. Выключаем плиту и аккуратненько достаем. Достаем, тут все горячее. Тыква отличного состояния. О, хорошая. Я немножко подкнул, и она потекла чуть-чуть, но не страшно. Вот. Наша тыква, значит, пусть плита отдыхает. Так, теперь посмотрим, как она внутри. О, супер вообще. Так, сейчас посмотрим, какова красота. Так. Так, это неудобно. Вот. Все тут отлично заполнилось, как я и говорил. Объем стал больше. Ягоды, фрукты и орехи. Я не знаю, что будет видно или не будет. Вот так вот покажу. Сейчас поближе. Вот. Контент, так сказать. Вот. This is our stuffed sweet pumpkin with almonds and dried fruits and berries. With some spices. I hope it's very nice and tasty thing. So it should be heating up and still warm until we try to eat it. Так что всем спасибо за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, у меня будут новые рецепты, новые идеи с новыми поездками тоже на канале, новыми видосами. Надеюсь, вам понравилось. Это все вкусно, интересно. Всех, кто празднует с праздником Хэллоуина и Thanksgiving Day, потому что это больше для Дня Благодарения, но поскольку у нас, так сказать, комбо сегодня, то оно будет интересно для всех. Поэтому всех хороших выходных, всем праздников. Увидимся на канале Столивар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте. Всем пока, до следующих встреч.